Да почему докатился? У вас это вам АвтоВАЗ. Это АвтоВАЗ отбашливал и Касьянову, и Черномырдину. Ну, всем этим придуркам, правительственным. Для того, чтобы мы не могли кататься на дешевых иномарках. А у вас так не делал. У вас боролся за всех сил. И сохранял конкурентоспособность. То есть, ну какой смысл было отказываться, допустим, воякам от самого проходимого в мире джипа? И у вас потихоньку, медленно, ну, в общем-то, по-российски, делал автомобиль. Помните, у вас Хантер, и вот сейчас у вас Патриот. У вас Патриот. Я, конечно, не буду вылизывать этот автомобиль. Есть тут, ну, наши детские ошибки, но есть и неоспоримые преимущества. Кто-то может сказать, что цена слишком большая, 399 тысяч. А я скажу, а джипов дешевых-то и не бывает, поверьте мне. Допустим, тот же Крузак, ну это очень дорого. Да и те же китайцы, это тоже недешево. Рама, это большой плюс. Передние мосты доработанные, коробка импортная, гидроусилитель руля. Ну да, еще все это немножко по-российски. Но будем надеяться, в скором времени здесь появится дорогой импортный пластик. Ну а этот автомобиль кому рекомендуем? Этот автомобиль мы рекомендуем, да почему бы и не всем рекомендовать его? Тем, у кого нету большого количества магических волшебных шабуди, а ездить на джипе хочется. И у вас это, в общем-то, джип. Причем, насколько я знаю, у вас сохранил ту непревзойденную проходимость, которая была свойственна этому семейству. Ну и, разумеется, сюда добавлено гораздо, на порядок больше комфорта, чем в обычной УАЗе. Про гидроусилитель я говорил, печка. Наконец-таки УАЗ стал очень теплым автомобилем. Для удобства в этой конкретной версии есть даже еще и люк, и электроприводы зеркал, и электроприводы передних стекол. В общем, вашему вниманию и вашему бюджету, во многом благодаря патриотично настроенному автограду, что на Марджане 9, стал доступен отечественный, доработанный и улучшенный проходимец, который, будем надеяться, станет таким же популярным в мире, как и АКФ-74.